Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале. В Лиге Европы завершилась квалификация. Вместе с вами прямо сейчас узнаем состав группового этапа и корзины. Прямые путевки в группу получили 12 команд. Это две французские, обладатель Кубка страны Нант и четвертый клуб Лиги 1 Арен. Две немецкие Унион и Фрайбург. Две итальянские, победитель прошлого сезона ЛК Рома и пятый клуб серии А Лацио. Две испанские, Бетис, обладатель Кубка Испании и Реал Сосьедад. Две английские, пятый Арсенал и шестой клуб АПЛ Манчестер Юнайтед. Одна голландская Фейенорд, который финишировал третьим, одна португальская Брага. Из Лиги Чемпионов пришло пополнение. Квалификацию не смогли там пройти следующие чудо команды. Монако. Это третий французский представитель. ПСВ. Голландцы получают второго участника. Юнион Бельгия. Штурм Австрия. Митилан Дания. Карабах Азербайджан. Цервена Звезда Сербия. Динамо Киев. Трабзонспорт Турция. Буйдог Лимф Норвегия. Итого получаем уже 22 клуба. И 10 команд успешно преодолели отбор Лиги Европы. Этой ночью АЭК Ларнака прошел Днепр 1 по сумме двух матчей 5-1. Успешно квалификацию прошел второй кипрский клуб Амония Гент 4-0. Болгарский Лудогорец в дополнительное время переиграл Жальгирис 4-3. Финский Хик отправил в Лигу конференции Силькеборг 2-1. Фенербахче не оставил шансов Аустрии. Итог 6-1. Турция получает второго участника. А вот Сивасспор уступил шведскому Мальмё с общим счетом 1-5. Шериф Пюник после двух нулевых ничьих выясняли отношения в серии пенальти. Точнее была команда из Тирасполя. Армяне сыграют теперь в ЛК. Харс уступил дорогу швейцарскому Цюриху 1-3. Греческий Олимпиакос по пенальти победил Аполлон. Венгерский Ференцварош обыграл Шемрак Роверс 4-1. Итого у нас известны все 32 участника групп, представляющие 23 страны. Самый мощный состав у Франции – 3 клуба, 7 ассоциаций имеют по 2 команды и 15 по 1. Все знакомые лица, лишь 4 клуба впервые сыграют в Лиге Европы. Это Нант, Унион, Юнион и Бодё-Глимт. В какую корзину попали команды, перед жеребьевкой узнаем после небольшого объявления. Хочу высказать благодарность тем людям, которые финансово поддерживают канал. Низкий поклон. Все клубы были разделены на 4 большие корзины по 8 участников в каждой. Никакого секрета тут нет. Корзины наполняются просто по рейтингу. Рома состоит в рейтинге УЕФА выше остальных. Отправляем ее в первую корзину. За ней расположились Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лацио, Брага, Цервена Звезда, Динамо Киев и еле-еле проковылявший отбор Олимпиакос. Вторая корзина приняла следующие коллективы. Фейенорд, Рен, ПСВ, Монако, Реал Сосьедад, Карабах, Мальмё и Лудогорец. Третья корзина. Корзина Шериф, Бетис, Мидтьюланд, Бодё-Глимт, Ференцварош, Унион, Фрайбург, Фенербахче. Четвертая корзина Нант, Хик, Штурм, АЭК Ларнака, Амония, Цюрих, Юнион и Трабзонспор. Команды из одной страны встретиться, естественно, не смогут на этом этапе. В итоге мы получим следующую забавную группу смерти. МЮ, Монако, Бетис и Цюрих. Рейтинг рейтингом, а вы напишите 3 самые слабые команды. Жеребьевка пройдет в пятницу днем, а пока на спортивном вашему вниманию жеребьевка группы Лиги Чемпионов. Не прощаемся.